Следующая характеристика C++ — это компилируемость. C++ является компилируемым языком программирования. Это означает, что для того, чтобы запустить программу на языке C++, нужно ее сначала скомпилировать. То есть у вас есть сначала код программы на языке C++, это текстовый файл или набор текстовых файлов. После этого при помощи компилятора эта программа преобразуется в исполняемый файл, который непосредственно запускается. У компиляции есть некоторые преимущества. Во-первых, нет никаких накладных расходов при исполнении программы. При исполнении происходит только то, что было запрограммировано в программе. В отличие от, например, интерпретируемых программ, где при исполнении еще работает интерпретатор. То есть компиляция происходит непосредственно при исполнении. Второй важный плюс — это то, что при компиляции можно отловить некоторые ошибки. Значительным минусом компиляции является то, что программу на C++ нужно компилировать под каждую платформу отдельно. Так, например, если хотите, чтобы ваша программа была переносимая на наиболее используемые сейчас платформы, то вам придется скомпилировать ее отдельно под Windows, под Linux, под macOS и отдельно, видимо, под 64-битный Linux, 32-битный, ну и также для Windows, 64-битный и 32-битный.